Двухэтажное здание, которому в этом году исполнилось 60 лет. Стены крепкие, крыша обветшала. Еще требуют замены окна, двери, разрушается крыльцо. Да и фасад нужно обновить. Ремонтировать Дом культуры начали в этом году. До 21-го помимо косметики должно появиться новое оборудование – цифровой кинозал. Здесь помощь местной инициативе 5 миллионов по нацпроекту «Культура». Привести в порядок ДК «Мало». Эпицентр культурной жизни поселка нужно облагородить комплексно, обустроить прилегающую территорию. Не для галочки, а для людей. Мы приняли на себя обязательство, еще говорю, так сказать, все привести в идеальное состояние. В том числе, вы только что сейчас слышали, сети будем менять, там благоустройство будем заниматься, так сказать, фасадами домов будем заниматься. То есть мы должны в течение, там, я не знаю, там, 3-4-5 лет сделать из поселка вот ту красоту, в котором когда-то был, когда его построили. А вы мне что хотите тут рассказать? Велодорожки, фонтанная зона, тротуар. Пока что трудно представить, каким будет поселок по завершении работ. То, что уже сейчас заметно, при желании можно и на небольшие средства создать благоустроенный уголок. Поселковый детский сад. И двор уютный, и внутри чисто и светло. Новые окна, новая мебель в группах. Регион готов помочь с дальнейшим обустройством. Вопрос надлежащего содержания территории и их соответствия современным требованиям благоустройства – тема серьезная. Речь идет не только о статусе региона, в первую очередь об уровне жизни. И здесь мало одного энтузиазма жителей. Ответственность в первую очередь на органах местной власти. Важный вопрос – обновление инженерных сетей в районах. В этом году уложено 10 километров полиэтиленовых труб. Работы продолжатся до конца года, без ущерба водоснабжению населенных пунктов. 12 километров водопроводных сетей заменено. Это, в частности, Радический район, 2 групповых водопровода, общей протяженностью 200 километров. Вот на этих как раз водоводах самые масштабные работы проводим. В этом году начали применять такие, можно сказать, передовые технологии по укладке трубопроводов из высокопрочного чугуна шаровидным графитом. Срок службы более 100 лет. В каждом муниципальном образовании в соответствии с распоряжением губернатора разработаны планы по наведению порядка, по проведению работ по благоустройству. Определены объемы работ для приведения муниципальных образований, общественных пространств, придомовых территорий в нормативное состояние. Работы начнут с декабря. К весне необходимо избавиться от аварийных деревьев, весной начать высаживать новые растения. В теплый сезон приведение в порядок детских площадок и спортобъектов.